Итак, я сгреб везде листья в одну кучу. Вопрос, что с ними делать? Вот такая куча получилась листьев. Ответ. Для этого есть газонокосилка. Есть эффект мульчевания. То есть этим затыкиваешь полностью дырку эту. Выход тоже закрывается полностью. Мы поехали. Будем одной рукой как-то снимать, одной рукой держать камеру. Хрен я знаю, как я получится у меня.
Итак, где наши листья? Куча листьев было. Листьев нет. Все листья пойдут в перегной на подкормку травы. Вот для чего нужна газонокосилка. Не нужно носиться с теми листьями. Их было довольно много. Сейчас ровненькая красивая трава. Ну и тут их буду косить, все обкашу. Сейчас я переулок выйду, обкашу, чтобы было красиво, раз у меня моя уже косилка есть. Вот такие палки нужно поподбирать, ибо они будут оббивать краску на моем, на моей машинке. Ну, вот такая, it's okay. Такая, it's okay. Крупные. Нужно все убирать, если мы хотим, чтобы машинка работала отлично. Вот так. Нету листьев. Всем пока.